Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нандана Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванчакалпатаруваша Кепасинда Вивача Патитанам Павунебха Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Шна-бхакти-паде-деви-саттва-ваттвай-наму-намаха Нараяна-намаскритта-нарунчайва-нараттама Девинсвара-сватинг-вязам-тато-жайо-деве Шанкиртане-кришна-катхопадеше Гаурия-патрашо-пракасанеча Шадану-ракта-гуру-бхакти-юкта Бхакти Прамодакша Джагодбараня Дейям Сада Парибабагнам Абишчадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараням Битаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарнаравиндам Ядпад Паллаванака Чандамани Чатай Висфуржитакам Бхикапавадушвадарши Пурнанурагра Сасагра Сарамути Шарадхикамы Кадам Каруути Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Аджануламбита Бхуджау Канука Бодату Шанкитанай Капитару Камала Ятакшо Вишамбару Джабару Джугадхар Мапалу Банде Ягат Приякару Каруна Батару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибхарупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно прияма нанга мада пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджушо Бадани Лакшмир Яшача Бхакшаши Джасястиде Самби Там Шингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bhakti hi parishan bhava virakti ranatra chaisho triko eko kalaha prapadamanasya yathasnataha Шутушти пусти худо пайо анугасам, бхакти парешану бхаво, биракти раннатра чайшатрико еккалаха, прападдамана сяжатаснатаха, шутушти пусти худ пайо анугасам. Гоурья Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told Гаудья Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Ачарья Сева, чем служение подлинному Ачарье. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Ачарья Сева, Гуру Сева. Мы не можем сравнить ничто с садгуру севой, с ачарья севой. Но обычные люди, они в замешательстве насчет этой татвы. Что такое татва? Как выбрать подлинного гуру? Какие качества должны быть в ачарье? И кто находится в поиске ачарьи, если мы вообще заинтересованы в том, чтобы узнать абсолютную истину, если мы вообще и вот если мы хотим по-настоящему узнать об абсолютной истине, у нас есть действительный, подлинный искренний интерес узнать о Ачарья Татве без всяких споров, и тогда, несомненно, по милости Баладева мы обретем это без всяких сомнений. Раньше я говорил о том, что благодаря проявлению уникальной Ачарья Татве, уникального идеализма Шилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупады, Джагадгуру, все другие так называемые ачарьи, они затмились в его сиянии, и по сравнению с ним они стали буквально бесполезными, неавторитетными. И таким образом мы можем определить и постепенно понять, нет ничего более важного и ничего более благоприятного, чем Ачарья Сева. А как же узнать Бхагава-татву? Как... Есть уже наставление, данное Бхагаваном Шри Кришной Удаве. Но мы не заинтересованы, к сожалению, узнать все это в подробностях. И вот Бхагаван Шри Кришна уже сказал, и вот если мы будем следовать настоящей Бхагавад-дхарме всем сердцем, и тогда Верховный Господь Гауранга Махапрабху, Нитьянанда Прабху или Бхагаван Шри Кришна, они не отличны друг от друга, они вот такой Бхагаван Шри Кришна, он буквально продаст себя нам, и поэтому Нитьянанда Прабху говорил: Амаракинья лоха баджа гора хари, ты можешь купить меня с помощью твоего баджана. И вот Шри Чайтанья Махапрабху много раз говорил об этом, что я уже продан вот какому-то преданному, и какова причина за этим. И говорится, мы должны узнать Бхагавад-дхарму из авторитетного источника, от садгуру, от ачарьи, кто практикующий ачарья, и тот, чья ачарьятва, чей идеализм, он вечен,
а не времени на какое-то время. И вот. Амаяя значит не должно быть никакой иллюзии, никакой тьмы. Амаяя без всяких, без помощи майи мы должны избавиться от этой майи. Ануврити значит мы должны полностью следовать без отклонений Шрута Панхи. Не так, что мы попытаемся что-то перепрыгнуть, какой-то уровень. Нет, нужно всему следовать. И вот... И вот если мы удачны в том, чтобы следовать этой процедуре Гуру Анугатия полностью, если мы достаточно искренни, это есть потребность нашей души, парипрашная сева, эти все условия исполнены, то тогда Верховный Господь, Он очень доволен нами. И в итоге, когда мы достигаем успеха, чтобы осознать эту Бхагава-таттву, Бхагават-дхарма, наивысшая цель Бхагават-дхармы – обрести прему. И вот в этом случае Бхагаван буквально хочет продать себя нам. Когда он доволен нами, он готов продать себя нам. И вот Бхагаван Шри Кришна становится очень доволен нами, настолько, что готов продать себя нам. А что это значит? Мы знаем, что никто не может контролировать Верховного Господа. Но этот Верховный Господь, благодаря преме, Он может попасть под контроль своих преданных, и в этом случае это нечто уникальное, нечто прекрасное. И вот смотрите. И вот Бхагаван Шри Кришна, Он произнес такие слова, и это значит, что Бхагаван хочет находиться под контролем чистых преданных, и поэтому мы должны приблизиться к Садгуру, принять прибежище у подлинного Садгуру, который полон премы, полон таттва-гьяны. И в этом случае наша молитва, наша просьба, она сможет достичь лотосных стоп Верховного Господа через Гуру и Вайшнавов, как в этом киртане говорится. И вот в начале всего уникальная Ачарья Атва Шрилы Прабхупады. Мы заинтересованы узнать о всех секретах его идеализма, узнать о Гуру-таттве, у кого мы должны принять прибежище, как принимать, какие качества должны быть у Гуру и у нас. И мы вот со всех сторон должны обсудить эту тему. И на самом деле, почему Шрила Прабхупад хотел сказать так, что Ачарья никогда не может быть избран, только Ачарья, он сама сияющая таттва, он сам проявится. И я тоже буду говорить об этом, но перед этим мы должны понять то, что перед Удавой Бхагаван Шри Кришна он говорил. Tasmat Guru Prapadeta Jigyasu Sreya Uttamam Shabde Parichan Snatam Brahmani Upasamasrayam Tasmat Guru Prapadeta И вот Бхагаван Шри Кришна приводил много аргументов, и поэт в итоге сказал вот эти слова: если у нас есть подлинное
подлинный интерес к Бхагават-татве. А если мы заняты какими-то материальными вещами, то нет смысла слушать Харикатху, что толку от этого. И поэтому говорится, что если вы действительно заинтересованы, если у вас есть подлинный запрос, подлинная потребность в Бхагават-татве, то тогда в этом случае Бхагаван Шри Кришна, он говорит Удаве, «Тасмат гуру прападента джигьяса шрею тамам». Джигьяса – тот, у кого есть вопрошение сердца об абсолютном благе. И вот должно быть такое мы должны стремиться к вечному благу и признаки садгуру каковы вот в этих стихах. Он должен быть сведущ шабда брамя. Он должен иметь полное осознание о шабда-браме и пара-браме, полное осознание через его служение. Много раз я говорил то, что признак уникального ачарьи это его уникальное настроение служения, вечное настроение служения, это главный признак. И в характере поведения, в наставлениях, в идеализме совершенного ачарьи мы не можем найти никакого проявления дживахимсы. Дживахимса может проявляться в различных образах, мы обсудим это, но не сегодня. Как разными способами мы можем совершать дживахимсу, насилие над живыми существами. Это очень важная тема, особенно под руководством Шилы Прабхупады Бхактинанда Такура. У нас есть шанс, а у других сампрадай есть какие-то представления, но они недостаточно ясные и четкие, как в наши сампрадаи. И вот Шрила Прабхупада говорит, что даже если я не даю вам правильных наставлений, а обманываю как-то вас, чтобы защитить свою славу, то в этом случае это является дживахимсе. Кроме бхакти. Если я говорю что-то еще, кроме бхакти, даже если я говорю о гьяне или йоге, это может стать сухим знанием. Но если вы делаете это, то согласно Шримад Бхагаватам Махапуране, Бхагаван Шри Кришна уже дал такое наставление, то, что бхакти-йога, она одобрена, пранаяма тоже одобрена, но это не должно совершаться просто для здоровья. Это все должно иметь связь с бхакти. Если вы заинтересованы в бхакти, то есть бхакти должно быть вашей главной целью, а то, что здоровье приходит в процессе этой йоги, это уже такое второстепенная цель. Точнее, побочный эффект от стремления к главной цели, но все же главная цель должна быть бхакти, а если нет, то это опасно и плохо. И вот шабда брама и пара брама. Такой гуру должен быть сведущ во всем, поскольку если ачарья не сведущ пара браме, то как он может давать наставления и развеять чьи-то сомнения? И вот таким образом шабда брама и пара брама, он должен быть сведущ во всем. Но, например, какой-то Парамахамса Вайшнав, как Гур Кишурдас Бабаджи Махарадж, внешне можно видеть, что он Харикатху вроде бы не говорит.
Но мы можем найти, ясно увидеть, если, естественно, нет у нас никакой зависти в нашем сердце, то мы можем понять, хотя Горкишор Дас Бабаджи Махарадж не говорит какие-то что-то из шастр, но в каждом наставлении Горкишор Дас Бабаджи Махараджа это все базируется на чистой преданности и на авторитетных писаниях. Он говорит все ясно и четко на основе шастр. И вот Шабда Брама, особенно Харинам, мы не должны сомневаться в Горкишор Дас Бабаджи Махараджа. Шабда Брама значит, вот как в этой шлоке говорится, но все Шабда Шастры, они изошли из изначального источника, это Махамантра. И вот Махамантра — это изначальный источник всего. Она указывает на Радхаговинду. Это Радхаговинда внутри этой Махамантры. И в этом случае Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, он полностью утвердился в Харинаме, и поэтому в Пранамантре он называется Парамахамса Ачарья Варья. Насчет других Парамахамс, поскольку Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, он особый, его действия, его характер, его идеализм, они очень много показывают нам. И поэтому наша Гурварга в Пранамантре его называют Ачарья Варья, лучший из Парамахамс, лучший из Ачарьи. Он, хотя внешне не проповедует, но он лучший из Ачарьев, Ачарья Варья, поскольку всегда его Ачар, его Ачарон, он не был заинтересован только в своем баджане. Много раз мы видели, я могу рассказать на день его явления или ухода, мы увидим, что его ачарон, его характер, его идеализм, он открывает всю мистерию Хари Баджана, и хотя он Парамахамса, но все же он лучший из Парамахамс, Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, и особенно он Парамахамса, и Харидас Такур, он Намачарья, и про Харидас Такура тоже можно сказать, что под руководством, что Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, он тоже Намачарья, он все время повторял святые имена. И вот Шабда Брама изначально исходит из Махамантры, и Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, у него есть и четкое представление о всей Сиддханте Шастры, это уже много раз проверено. Я говорил уже, что однажды Шрила Прабхупад Бимала Прасад Сарасвати поехал к Горкишор Дас Бабаджи Махараджу. Я хочу кратко напомнить об этом. И вот Горкишор Дас Бабаджи Махарадж сказал Бимала Прасаду: «О мой Прабху, можешь ли ты произнести шлоку из Бхагаватам?» И вот Бимала Прасад Сарасвати произнес одну шлоку из Бхагаватам. И тогда Шрила Горкишор Дас Бабаджи Махарадж попросил: «А можешь ли ты объяснить эту шлоку?» «Да, почему нет?» И вот под руководством Горкишор Дас Бабаджи Махарадж он объяснил очень красиво. И Горкишор Дас Бабаджи Махарадж был счастлив, слыша такую сиддханту и шастру, он одобрил все. И сказал: «О, мой Прабху, а если я хочу объяснить эту шлоку вот таким образом, это правильно или нет?» И вот Горкишор Дас Бабаджи Махарадж объяснил эту шлоку совершенно другим образом. И Шрила Прабхупад был удивлен. Я не мог представить, как это возможно. Внешне мы видим, Горкишор Дас Бабаджи Махарадж не изучает шастры, никакой сиддханты не знает. Но как это возможно для Бабаджи Махараджа, для Парамахамсы,
объяснить эту шлоку из Бхагаватам таким уникальным образом. Шрила Прабхупад был очень удивлен, он был ошарашен буквально, слыша такое великолепное объяснение этой шлоки. И поэтому много раз уже было проверено, что внутри сердца Горкишор Дас Бабаджи Махараджа, Горкишор находится, и Шрила Прабхупад говорит: Горкишор, Верховный Господь, он всегда находится внутри сердца Горкишор Дас Бабаджи Махараджи, поэтому там не может быть недостатка никакого знания. И поэтому это знание, бесконечное знание пребывает в нем. После достижения чего у нас не останется никаких желаний достигать чего-то еще, когда наше сердце будет полностью удовлетворено, и узнав то, после чего нам не нужно будет стремиться к познанию чего-либо еще. И это зовется, и вот такое, и так мы хотим объяснить эту шлоку. И вот наш Таттва Ачарья Джива Госвами Пад говорит: и вот Шрила Джива Госвами Пад говорит, что если Ачарья не может объяснить шастру, если я спрашиваю какие-то вопросы, он не может объяснить должным образом, ответить на мой вопрос, то в этом случае ученик может сомневаться в своем гуру, то, что он не знает что-то из шастры или еще что-то. И в этом случае ученик может пасть, поскольку обусловленные души, их ум всегда сомневается. Эти обусловленные души полны всегда сомнений и подозрений. И вот с различных точек зрения мы объясняем, но все же если какие-то вопросы возникают, это хорошо, но Шрила Джива Госвами Пад говорит, что если ученик не сможет получить должный ответ на свои вопросы своего сердца, то тогда он может засомневаться в своем гуру. Хотя, опять же, может быть, что Ачарья настоящий, но не привык так объяснять шастры вот в таком виде, который требуется какому-то ученику, поэтому какие-то проблемы могут возникнуть. И следующее, то, что no dissatisfaction, nothing is totally satisfied, you know. So, is totally satisfied. It's called Sabde Parijanishnatam Brahmani Uposamasrayam. Uposam means actually remedy. Uposam, Uposamasrayam. Uposam, Asrayam, Uposamasrayam. Значит, под руководством Садгуру Вайшнава Бхагавана мы можем обрести полное удовлетворение, а отдельно своими личными усилиями, попытками мы не можем достичь этого уровня самонаполненности. И только-только по милости Садгуру и Вайшнавов это может стать возможным для нас. Шрила Прабхупад говорит, перед тем, как достичь совершенной силы в баджане, и вот если преданный не будет думать уделять сатсанге достаточного значения, то тогда это может
быть похожи на И вот говорится, что на пути вашего баджана, пока вы не достигнете совершенства, как я могу пример привести, Аджамил, он совершал гайтри, делал все, он был очень честен. Но, к сожалению, Читбол не был успешен в случае с Аджамилой. А почему? Поскольку не было достаточно Читбола в Аджамиле, поэтому он вынужден был пасть. Хотя он был очень хороший человек, но что толку? И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что на пути Харибаджана мораль, какие-то материальные идеализмы, или еще что-то, все бесполезно. Кришна Баджан настолько высок, что нельзя шутить на эту тему. Я, конечно, глупец, но не до такой степени, чтобы говорить с вами о Кришна Преме, о Кришна Баджане. И мы также, и все гаузи. И вот мы должны понять эту шлоку, и после этого Шрила Прабхупад говорит, что перед тем, как достичь этого совершенства, если у вас нет представления, нет идеи о том, что такое сатсанга, что такое асатсанга, если у вас нет такого осознания, а почему не может быть осознания и искренности? А, скорее всего, потому что вы не получили милость гуру и вайшнавов. А я на 100% уверен, что если вы получите милость чистого гуру или вайшнава, то тогда автоматически, может, вы не образованы. Шрила Прабхупад говорит, что перед тем, как достигнуть такого высокого уровня в баджане, если эти преданные, они не будут думать о сатсанге и о асатсанге, то тогда они вынуждены будут вернуться, опуститься все ниже и ниже. Поскольку каждый раз вопрос оскорблений возникает, и асасанга значит, что вы и вот и также есть. И таким образом большая вероятность совершить оскорбление, и это станет причиной падения. И также мы должны на 100% думать, помнить, заботиться о... И вот я много раз говорил, но у меня... И вот я вчера всегда хотел говорить об этом в различных храмах и мандирах, что если правила не будут применяться, которые установлены Шрилой Бхактивинода Такуром, то успеха мы не достигнем. И вот никто открыто со мной не спорил, но сзади как-то полно было таких людей. И вот такие люди утверждали, что... Но смотрите, чистые гуру вайшнава, они находятся в гармонии со всей Вселенной. Это обычно падшие души говорят, они не знают, что такое подлинный аджастмент. Это гармония. И вот смотрите, в каждом обществе должен быть лидер. Если нет лидера какого-то практикующего ачарьи в матхе, то есть нету такого ачарьи, который всему следует, показывает своим примером, то
это становится какой-то гостиницей. Можно там готовить, жить, есть что-то делать. Так, наслаждаться жизнью и все на этом. Если вот не хватает ачарьи, ачарья значит тот, кто показывает своим примером все. Тот, кто показывает свой ачарон вам и вечные ачарья. И также в каждом матхе должен быть могущественный саду, гуру или вайшнав, и под руководством того ачарьи все общество. Те, кто, ну, вот это вот, организация имеется в виду духовная. И все остальные, они должны также применять этот принцип в своей жизни. А если они отклонятся, то тогда они когда еще смогут вернуться, а только могут какие-то, если имеется в виду, если отклонятся какие-то храмы, строить дополнительные, но ничего хорошего в итоге не будет. Но Шрила Бхактивинода Тхакур он предостерегал, чтобы мы не строили слишком большие храмы. Но Шрила Прабхупад сказал, что Гаудия Матх – это подобно духовной лечебнице, где различные эти пациенты приходят с различными заболеваниями. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что Гаудия Матх – это Апракрита, трансцендентный госпиталь, куда приходят обусловленные души, и мы должны быть очень осторожны, чтобы лечить вот этих преданных, какие-то вот преданные имеют влечение к деньгам, кто-то к женщинам, кто-то к положению в обществе, и таким образом различные эти болезни, проблемы, они могут быть, кто-то вот к деньгам слишком привязан, кто-то к женщинам, кто-то еще к чему-то, и таким образом, когда мы успешны станем, а тогда, когда будет у нас должный лидер, который позаботится о каждом члене этого общества, даже but still Prabhupada can see everything. That is a speciality of eternal Acharya. Eternal Acharya, и вот особенность вечного Ачарьи, хотя он, хотя мы можем находиться вдалеке, но он видит, что в нашем сердце, он видит все, что случается внутри нашего сердца, какую боль чувствуем, и согласно этому он отвечает иногда в различных формах, чтобы мы смогли утешиться, обрести силу. И вот таким образом кто-то из моих гуруарги уехал в Англию, кто-то в Германию, кто-то здесь и там проповедует, но они все они в досягаемости Шрилы Прабхупады. А почему? Условие такое, что все должны быть преданы. Единственное условие – это преданность. Независимо от с какой семьи вы происходите или от прочих факторов. А единственное качество, которое мы хотим видеть вас, поскольку все другие качества не приходят. И вот что же это за шлока? Вот это вот шлока все описывает Шикхай Шаранагати Бхакадера Пран. Шрила Прабхупад пишет, кто такой вайшнав. Если нет жизни, то что толку, что мы проповедуем, а что это значит? Что значит вот это шлока? Жизнь вот в этой шлоке что значит? То есть проповедь в этой шлоке говорится пран, о том, что шаранагати – это жизнь преданности. А если нет шаранагати, то у нас может быть много других качеств, но
И вот эта тема, она бесконечная, мы должны с различных точек зрения обсудить ее. И вот Шикхай Шаранагати Бхактера Пран, если нет, то есть суть прана нашей жизни — это Шаранагати. Если у нас нет Шаранагати, то мы недостойны войти на путь бхакти, на путь бхаджана. Поскольку мы знаем все 26 качеств вайшнава, которые описаны в шастрах. И вот все эти 26 качеств, они описывают качество вайшнавов. Но все же Кришна... Но внутри Кришна Бхакты можно обрести все. То они могут явиться все качества Кришны, не только 26, это главные 26, а все остальные, практически все они также могут явиться, которые есть в Кришне, все эти качества могут явиться в преданном, который совершает бхаджан. И их не нужно призывать, они сами явятся, вот согласно этой шлоке, которую я раньше обсудил. И вот согласно шастра мы можем найти, что может быть много качеств, может достоинств у нас, но если нет Шаранагати, Шаранагати — это главная система, образующая качество, это суть всех качеств, которые должны явиться или уже явились в нашей жизни. И вот без этого главного, без Шаранагати, все другие качества, они материальны, понимаете? Это главное качество Шаранагати. Например, у нас есть все другие достоинства, но нет Шаранагати, то тогда все другие 25 качеств, они подобны материальным качествам, которые можно найти в обычных людях. Но мы не должны запутываться в этом. Часто можно видеть, что люди запутываются в этом. Но мы должны запомнить, что суть, буквально прана нашей жизни — это Шаранагати. И смотрите, должен быть авторитетный ачарья, и лидер должен быть, и под руководством этого лидера должны быть какие-то практикующие саду, которые своей жизнью, они показывают пример, чтобы обычные люди, они слушали харикатху от них, вдохновлялись их поведением, и все преданные в храме, они тоже могли видеть его пример и прогрессировать. А если нет такого, то все мадхи-мандиры, они на гостинице становятся похожи, не, где можно там поесть и отдохнуть, и все. Когда во Вриндаване я так произнес, что божества в храме, мы не слуги тех, то есть Махараджи говорит, что иногда так случается, что в храме не преданные божествам служат, а божества этим жителям храма. Но такие люди, которые услышали, обиделись, хотя это было так на самом деле. Но никто ничего плохого мне не смог сделать, поскольку я был вынужден сказать эту правду, чтобы показать такое плачевное положение дел в храме.
Если у брахмачарьи и саньяси нет каких-то достойных качеств, то как другие будут вдохновляться нами, как мы можем продолжать миссию Шри Чайтанья Махапрабху. Если я говорю об абсолютной истине, находясь на абсолютном уровне, то если я указываю на какие-то вещи, которые нужно исправить, то это не критика и не нахождение ошибок. Смотрите, если Гурупад Падма, если он не избавит своих преданных от всех анарх, то кто это сделает? Это обязанность гуру. И такой человек, который этого не делает, нельзя сказать, что он гуру. То есть что толку от такого вайшнава, который не помогает прогрессировать другим, указывая на то, что нужно исправить? Ачарья, он должен указывать на те недостатки, которые нужно исправить. И я, если это не делаю, то ничего хорошего не получится. И такие люди должны... И такие люди, которые якобы находятся в отреченном укладе жизни, но не следуют его принципам, то лучше вернуться домой и не позорить этот отреченный уклад жизни. И те, кто выступают против гуру, чистых гуру вайшнавов, если вы общаетесь с ними, то вы никогда не сможете достичь успеха, поскольку чем больше вы общаетесь с такими дурными людьми, вот Прахлад Махарадж в этой шлоке описывает последствия. Если вы общаетесь или находитесь под руководством какого-то слепого человека, то эти люди хотят показать вам, насколько они либеральны, настолько велики, что ничего не говорят. А что тогда толку, что кто-то принимает саньясу или шафрановую одежду? А зачем вообще Шрила Прабхупад, он организовал это и давал какие-то титулы преданным? Делал он это для того, чтобы вдохновить преданных, чтобы они следовали все более точно и точно. А сейчас, если такой саду есть в мире, кто-то может знать о нем, кто-то не может, это не столь важно, но такого саду, как правило, как-то пытаются изгнать из храма, чтобы он не смог проповедовать своим примером. Смотрите, Баладев, он берет на себя ответственность за всю проповедь. Если кто-то выступает против него, он в итоге умирает, так или иначе. Вы можете попробовать, но если кто-то выступает против абсолютной истины, то до сегодняшнего дня нет никакого доказательства, что если кто-то выступает против чистых гуру вайшнавов, а такие люди, они вот очень вскоре деградируют и умирают. You are going to cut to the Siddhanta Bhaktivinoda Thakur and Bhopat. How you can call yourself as a child?
Whereas Kesava Goswami was speaking, we should do, we should show acharan in such a way, if the whole Loka, whole world is, you know, Шрила Кешав Госвами Махарадж говорит, что мы должны вести себя так, как предписал нам Шрила Прабхупад. Мы должны быть замечательными примерами для всех. И Шрила Кешав Госвами Махарадж много раз объяснял это. И вот он говорил, что до тех пор, пока саньяси и брахмачари не достигнут беспристрастной платформы, even with home acharya, they are talking inside father, mother, sister, they are talking with home. Сейчас, к сожалению, можно видеть, что даже человек, который просто ачари занимает, может по телефону разговаривать со своими родственниками, отцом, там, матерью, братьями, сестрами, хотя человек, который принимает отреченный уклад жизни, он отречься должен от всего этого. И, соответственно, не видеть и не общаться в дальнейшем со своими родственниками. И любые проблемы могут прийти в нашу жизнь, но мы можем... Especially before leaving, you know, transcendental body, Prabhupada told. I know most of the people not going to accept the, you know, Siddhanta Vichara of Rupa Raghunath. И вот Шрила Прабхупад перед тем, как оставить свое тело, он сказал: «Я знаю, большинство людей не примут Сиддханту Рупы Рагунатхи, но это не значит то, что я могу». Это не значит, что я должен разочароваться в своей проповеди. Нет, с большим энтузиазмом мы должны проповедовать послание Рупы Рагунатхи. Может, есть какие-то дживатмы, которые заинтересованы, чтобы обрести самоосознание, и мы с большим энтузиазмом должны проповедовать. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, хотя мы знаем, что большинство людей, они не принимают эту Сиддханту Рупы Рагунатхи, но все же с большим энтузиазмом мы должны проповедовать об этом, это Сиддханта Шрилы Прабхупады. И вот, кто может стать, обрести качество нирапекха? If I'm going to speak lie, they can speak that they are nirapekha. I have some practitioners, have some group. То есть какие-то люди могут заявлять, что у них есть беспристрастность нирапекша, но если внимательно понаблюдать за ними, то видно, что они очень пристрастны и привязаны к каким-то тем или иным группам, к людям, обществам. Кто-то, и вот какие-то люди, они строят храмы, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы с себя должны начать, поскольку если мы сами не станем совершенны, то вся постройка храмов будет бесполезна. To recite Bhagavatam? Why you allow him? He is breaking the Siddhanta Vichara Popat. He has some lady singing there, some Mataji singing. He is sleeping with that Mataji. And you are allowing him because he is very famous in disciple. After that he, you know, provide a kick on the chest of Gurudev and gone. This is the situation, poor situation. So blind. Why should we allow? Вот Махарадж говорит, что мы не можем Кind of
То есть, ну, прежде всего нужно стремиться к качеству, а не количеству. Как, например, если кто-то строит храм, но храм, он подобен госпиталю, какой-то лечебнице, и в этой лечебнице должен быть доктор, который может исцелить больных, которые могут приходить туда. Если там одни больные, то что толку от таких так называемых больниц, где одни больные, но нет докторов? И вот если такие материалисты открывают храмы, то эти храмы вот как больницы, в которых нету докторов, одни больные, лучше построить один храм, но настоящий. И поэтому Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж не хотел строить никаких храмов. Он знал, что обусловленные души, они не могут контролировать. Они могут поддерживать этот храм в должном состоянии. И, к сожалению, иногда можно видеть, что состояние духовных организаций хуже, чем у каких-то материалистов. И таким образом, если мадхи и мандиры не поддерживают должным образом, то такие люди, они в ад попадают вместе со всеми своими последователями. И вот если мы можем поддерживать все условия, которые оставил Шрила Бхактивинода Тхакур, мы должны следовать Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру. И если мы не будем делать этого, то храмы, они распадутся. А если следовать всем наставлениям Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, то тогда храмы, они могут сами существовать. Нам не нужно будет каких-то усилий прилагать к этому, автоматически это произойдет. Единственное, что мы должны делать, это следовать правилам и предписаниям Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. А те, кто вне... А те, кто... И Шрила Прабхупад говорит с этой решимостью, с решимостью избегать асад-санги. И вот если с такой решимостью избегать асад-санги, мы будем совершать только сад-сангу. Мы будем так развиваться в баджане и думать и мы должны думать о том, что мы делаем, прогрессируем или деградируем. И таким образом мы должны думать о том, мы всегда должны думать о том, как увеличить нашу силу баджана. А что это значит, как увеличить наше настроение служения? Почему чистые гуру вайшнавы могут совершать служение 24 часа из-за того, что они очень могущественны из-за их силы баджана? Если вы решили избегать асад-санги и думаете о том, как улучшить ваш баджан, то тогда вы можете прогрессировать. Шрила Прабхупад говорит, иначе нет. Те, у кого нет права,
проповедовать. Если такие люди проповедуют все-таки, то только тьма снисходит на нас. Вся неправильная сиддханта, всякие неправильные представления. И вот Шрила Прабхупад говорит, что анадхикари, те, у кого нет адхикара, нет качеств для проповеди. И если такие люди, они проповедуют, то у которых нет силы, адхикара, способности проповедовать. И несмотря на это, если такие люди все же проповедуют, они ведут себя как торговцы. Ну, какие-то люди с вами сладкими речами просто хотят сделать из людей своих слуг. Of adjustment, postroy, samanayavad, reconciliation with this. They know if we adopt this procedure only, oh, everything okay, Maharaj, everything okay, why you are going to find fault? Idiot number one. Is going to. And some Mayavadi speaking, we are Mayavadi actually, really so. Hey, we Mayavadi. А еще некоторые майвади говорят, а майвади они не верят ни во что. И их одно из главных утверждений, сколько религии, столько пути. Столько, ну то, что все пути идут, ведут к Богу, это майвадское утверждение. И оно совершенно не авторитетно. Они утверждают, что чему бы любой религии, которая есть, они все к Богу ведут, но это совершенно неправильно. И глупые люди, они выражают почтение им. Но уважение Шрилы Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру обусловленные души не могут выразить. И вот обусловленные души, когда они получают посвящение от других обусловленных душ, с таким представлением, что вот эта обусловленная душа гуру, то такие люди думают, как же извлечь какую-то выгоду от своего гуру. А этот гуру думает, как извлечь выгоду из от какого-то конкретного ученика. И вот таким образом так происходит. И Шрила Прабхупад говорит, те, у кого нет права для проповеди, все же, если они следуют этому пути компромисса и Gurudev speaking to disciple, you can take prasadam in preaching. It is in preaching. It is allowed, no problem. From hotel they are bringing prasadam. It is hotel prasadam. We can kick that prasadam. Is prasadam from hotel they are getting? Oh, in preaching it is allowed. Ну, Махарадж говорит, что некоторые так называемые ачарьи очень упрощают, опускают многие правила чистоты и прочего-прочего сами не следуют и не требуют от своих учеников к тому, чтобы они следовали, то что толку от этого? Get some support, and support with favor, popularity. Preaching party in going to such a place where is there no cooker. Who can cook? What good is Mahaprabhu if you like to follow Chaitanya Mahaprabhu? И вот если мы хотим следовать Шри Чайтанье Махапрабху, то мы не можем есть еду где попало. А по-хорошему должны либо сами готовить, либо
либо принимать то, что приготовлено каким-то возвышенным преданным, ну, либо какими-то преданными, по крайней мере. Но Махарадж говорит, что есть такие люди, которые, когда куда-то ездят на проповедь, они едят, где попало, неизвестно кем и как приготовлено, и вот это, и в этом случае как можно даже ожидать, чтобы какая-то харикатха случилась, как особенно чистая харикатха, как можно ожидать этого? Если так много осквернений на каждом шагу, аналитически, если подумать. Take the siksha of Mahaprabhu, they can come. Not that I can bring some garbage from outside. Oh, okay, you can come, I can give to Harinam and Diksha or Sannyas at a time, one day within one hour. I can give everything to you. You can. There is a procedure. Baba speaking, those who are having no right to go for preaching, if they are going for preaching with the conception of reconciliation, Шрила Прабхупад говорит, что те люди, которых нет права проповедовать, если они все-таки проповедуют, идут на компромисс со всем только, чем можно идти на компромисс. И такие люди еще нападают на чистых преданных и заявляют, что они не могут проповедовать. Но да, такие чистые гуру вайшнавы, они... Не такие, кто идет на компромиссы по любому поводу. To take the responsibility of an acharya is one kind of curse. Я вот так говорил, что быть ачарьей – это подобно проклятию, поскольку нужно нести ответственность не только за себя, но и за своих подопечных. Ачарья, он самопроявляется, самопроявлен. И таким образом, по милости Шрилы Прабхупады, по милости Бхактивинода Такура, мы должны осознать это. Не спорить, а именно осознать. Хотя мы знаем, что на поле боя мы должны помнить, и не забывать на поле битвы Вритрасу, когда он сражался с Индрой. И вот Вритрасу, когда он сражался с Индрой, то этот Вритрасу, он практически умер, но Вритрасу говорил об абсолютной истине. Вритрасу не менял свои сиддханты перед лицом смерти. Нет, Вритрасу он говорил, даже Вритрасу настолько громко говорил перед Индрой. Так много таттв он произнес, я могу в дальнейшем говорить об этом. И вот что я хочу сказать, смотрите, Вритрасу он преданный, но из-за проклятия он родился в теле демона, но душа, она была его предана. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит в киртане. И вот Шрила Бхактивинода Такура сказал, вы можете помнить. Это не столь важно, в какой форме жизни мы родимся.
поет в этом киртане. Бхакти – это естественная функция нашей души. Мы должны понять это, иначе какие-то обманщики могут одурачить вас. И вот Вритрасу, он внутри преданный, а внешне в демоническом теле находится, но он говорил всю только Харикатху. И вот Вритрасу, он предупреждает Индру: «О, Индра, если ты не привязан к материальным наслаждениям, то приходи ко мне и сражайся со мной». И действительно, it was made from Dadichi Muni. Dadichi Muni, you know, his, you know, all, you know, was bone from there, thunder. И вот эта палица была сделана из костей Дадичи Муни. И она была сделана, чтобы убить Вритрасу. Вритрасу также хотел умереть и вернуться к Господу. И вот Вритрасу говорит: «О, Индра, если у тебя нет привязанности к материальному наслаждению, тогда приходи ко мне, давай сражаться, посмотрю, какая сила у тебя есть». О, и Вритрасу, он был уверен, что Индра, он не находится на таком уровне, но Вритрасу, он уже хотел оставить свое тело. Он молился Господу, чтобы побыстрее оставить это тело и вернуться к Господу. I wanted to speak is that yesterday also I told many times before also I told, but and in coming days also I like to discuss with a very sensitive issue. Вот very sensitive issue. В следующие дни я хочу обсудить очень важную тему. Если я пропущу, то люди могут неправильно понять меня. I can go and sit in some place and leave my body very well, very good. You know, no problem. So, but if you are interested to know about the absolute truth, you know, with full sincerity, then you must hear this. I can discuss this point, and you can remember I was speaking. И вот можно вспомнить, я говорил об этой шлоке. No, very. Nice book actually, Achinoti Yasastvartham. Achinoti Yasastvartham Achare Sthapati Upi. Swayam Acharati Yasmat Acharjasteno Kirtita. He is called Acharya. Тот зовется Ачарьей. And who is Acharya? А кто такой Ачарья? Тот, кто показывает нам идеализм Баджана. Идеализм сева, совершенной, безупречной сева. Тот, чьи ачарун совершенен. То есть тот, кто не только дает советы, но и следует всему, о чем он говорит. To establish this Siddhanta Vijaya inside others, bonded soul, they are coming to hear Harikatha. And after looking the idealism, the great Adarsha, idealism of that Acharya, become interested. Maharaj, you also saved me, you also delivered me, I like to follow you properly. And on, Panipat, Parivesno, and Seva. In that case, who is successful Acharya? И вот кто успешный Ачарья, почему Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад,
Шрила Кешава Госвами Махарадж, они успешные ачарьи, а потому что они успешны в том, чтобы вложить бхакти в сердца других людей, которые пришли к ним. И поэтому они успешные ачарьи. Успешные ачарьи не значит, что он может только следовать всему сам, но не проповедовать. А чистые преданные, они находятся в гармонии со всем миром. Но они как... Вот пример Удава. Находился в гармонии с душой Дурьотханы. Он знал, что внутри души Дурьотханы Кришна в форме Параматмы. И вот Удава, он выразил почтение ему, поскольку он знал, что этот Дурьотхан очень дурной человек, но в его душе Кришна находился, и поэтому он поклонился Кришне. И мы должны уважать всех душ. Jive Sarman Dive Jani Krishna Adhishtan, Acharya is always respectful for all Jivas. Ачарья, он всегда он относится уважительно ко всем дживам, поскольку ко всем, поскольку в сердце каждого он видит душу, а в этой душе параматмус, и поэтому он уважает всех. Но опять же, это не значит, что Ачарья пойдет обниматься, целоваться с тигром. Это невозможно для Ачарьи, согласно времени, месте, обстоятельствам. Он, конечно, будет уважать душу, душу в сердце каждого, но вести себя по-разному, в зависимости от положения какого-то конкретного существа. He has no adjustment. Why? He is not going to give you permission to do all wrong activity. That's why he is not adjusted. What do you mean to say? A pure Guru Vaishnava can clearly understand. Чистые Гуру Вайшнавы могут видеть, точнее, они видят душу в теле. Они не видят как друзей, врагов, мужчин, женщин или еще что-то. Они просто видят душу, пребывающую в теле. You can explain this slogan. Are also pure devotees, they find that they are doing bhajan outside, they find they are fighting with each other. If he is going to stop this fighting, then he can get involved. But he is doing bhajan and watching what is the problem. Haridas Thakur is never angry with Лакшагира. Вот Харидас Такур, он никогда не гневался на Лакшахиру или того дурного Рамачандра Кана, который послал ему эту Лакшахиру, поскольку Харидас Такур знал, что все прямо или косвенно делается Кришной. И это зовется Самадаршан. Когда на открытом собрании какой-то Гопал Чакравати, один браман, так называемый, оскорбил Харидас Такура, поскольку Харидас Такур был намачарья, но Харидас Такур, он никогда не гневался, хотя все собрание, оно разгневалось на этого брамана, они выгнали его. Ты оскорбил намачарью Харидас Такура, того, кто воспевает славу Харинама, а вы... Because he is not in a position to accept this Siddhanta. That's why
А вы оскорбили его. И вот в Чайтанья Чаритамрите говорится, что этот браман, у него самскары были такие, что соспорил со всем, что можно поспорить, и поэтому начал оскорблять Харидаса Такура. Но так или иначе, несмотря на это, этот Гопал Чакравати, у него лепросия развилась, проказа, и его нос, и еще что-то там сгнило. А почему? Потому что он бросил вызов Харидаса Такуру, что если я докажу, что твоя сиддханта неправильная, ты должен будешь отрезать себе нос. Но смотрите, Намачарья с чьих лотосных стоп, сам Сичитани Махапрабху берет пыль, и это настроение Харидаса Такура. Смотрите, наш Гуранга Махапрабху, он всегда обнимал Харидаса. Но сейчас вот какой-то браман оскорбляет этого Харидаса Такура, и поэтому очень скоро, в течение нескольких дней, этот браман заболел проказы, поскольку он бросил вызов, оскорбил Харидаса Такура. И это главный признак ачарьи. И ачарья, благодаря своему идеальному этикету ачаруну, может влиять на нас вне зависимости от того, где мы находимся. Это не столь важно. И через свое идеальное поведение он вдохновляет нас, влияет, конечно, находиться рядом гораздо лучше, поскольку если у нас есть какие-то сомнения о гуру вайшнавах, то такой ачарья, он развеет их. А что такое успешный ачарья? Успешный ачарья – это тот, кто может вложить бхакти, преданность в сердца других. То есть он сам практикует. И также говорится в Матсья Пуране, ачарья сту бхавет нитьям. Когда мы принимаем кого-то как ачарью, мы должны понимать. So I'm not speaking about Acharya is always flawless. Acharya is always flawless. Acharya, он всегда безупречен. Мы не должны думать, что мы можем исправить какого-то Acharya, поскольку если мы теоретически даже сможем это сделать, то это значит, что он не Acharya. Шрила Прабхупад говорит, что подлинный гуру, подлинный Acharya. Acharya, гуру, тот, кто являет вечную ачарьятву. Если мы сможем исправить ачарью, то это значит, что он не вечный гуру или ачарья. Сейчас, к сожалению, те, кто гуру, и те, кто действует как гуру или ачарья, они, кто-то может заявлять, что они ученики какого-то великого гуру. Но Шрила Прабхупада говорит, что если кто-то заявляет о себе, что он ученик какого-то Парамахамса, но Шрила Прабхупада вот говорит, что любой так называемый ачарья никогда не может защитить сампрадаю, гуру или ачарья.
И таким а, то есть какие-то выбранные ачарьи, они не могут защитить сампрадаю. А если они не могут защитить сампрадаю, то они должны действовать как ачарьи. Вечно ачарьятва, если не проявлено в нем, то тогда в этом большая опасность. Кто-то может являть себя как ачарью, а другое время заниматься какой-то ерундой. Я пример могу привести из Бхагаватам. Я начал обсуждать, но времени мало. И вот любой гуру, любой ачарья в любом обществе, это не значит, что он ачарья. Это не значит, что у него есть право защищать сиддханту сампрадаю. И вот, чтобы защищать сиддханту ачарон, это не так просто. В жизни ачарьи нет ничего, никакого промежутка, кроме непрерывной харисевы. В ачаруне ачарьи вы никогда не найдете промежутка, времени, в котором он не совершает севу. Шрила Прабхупад говорит, все 24 часа в сутки, даже во сне ачарья совершает севу. Ачарья – это не какой-то политический титул. You can go on doing this kind of joking and try to destroy the whole sampradaya. That's up to you. You can do. I am not responsible. Up to my last breath, I am going to bark like dog. Я до последнего вздоха должен, как собака, защищать. Но что кто-то примет, кто-то нет. Но что делать? Это моя обязанность. Какое значение я имею? Я не езжу на западные страны, не собираю учеников, но кто будет слушать меня, но так или иначе слушают. И Шрила Прабхупад говорит, в ачароне ачарья не должно быть ничего, кроме харисевы. Поскольку это их уникальный, непрерывный баджан, их уникальный идеализм. Это прямое свидетельство их вечной ачарьятвы. И таким образом, то, что хотел сказать Шрила Прабхупад, если какой-то выбранный ачарья на месяц или на два следует, потом отклоняется от... И в этом проблема. Но первое... Проблема, главная проблема во всем мире – это не недостаток денег. Сейчас недостаток совершенной садусанги. Если вы можете совершать совершенную садусангу, никакой энергии не может, а ничто не может выкинуть вас с пути баджана. А если вы... Общение с святыми личностями – это единственный путь к тому, чтобы пересечь этот материальный океан страданий. Как говорится в этой шлоке, что общение со святыми – это единственный путь пересечь этот материальный океан. Did not make effort to associate with the saintly devotees.
И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что для тех, кто находится в ловушке материальной природы, единственный путь выйти из ее влияния — это общение со святыми преданными. И таким образом мы также находим то, что сатсанга — это единственный путь. Без сатсанги нет никакого пути, другого пути нет. Это очень сложно избежать прахишти, возвыситься выше материальных интересов всяких. Это очень сложно. Возвыситься над всеми своими корыстными интересами. И где мы найдем такую ситуацию? И вот сатсанга — это главный путь. И вчера я говорил, в жизни Ачарья, не может быть никакого недостатка. И также признак Ачарьи, то, что если это условие исполнено, то тогда будьте уверены, что он Ачарья. Если вы видите, что у него что он выражает должное одинаковое почтение всем, то будьте уверены, что он Ачарья, нет никаких сомнений. Поскольку вся мистерия трансцендентного мира, вся Таттва Сиддханта, которую можно найти в трансцендентном мире, это все может проявиться в сердце такого Ачарьи, Ясьядеве Парабхакти. И также из одной шастры можно найти такие слова. Будьте уверены, я говорю об абсолютной истине, абсолютным образом, это не ложь. Если вы найдете, что тот, у кого есть подлинная, настоящая бхакти к Вишну, Вишну есть различные аватары Вишну, Кришна, например, для нас, для Гауди. И если вы увидите равное уважение к Вишну, Арадхьядеву, Иштадеву и Гуру, вы должны знать наверняка, что вот он Ачарья. Даже больше бхакти у вас должно быть к гуру, чем к Бхагавану. И тогда Бхагаван Шри Кришна очень доволен. Кришна Бхагаван перед Судама Випрой сказал: «Я не так доволен, то есть я больше всего доволен Гуру Севы. Я начал вот с того же самого, о чем сказал Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад сказал, что нет нет
такого великого блага, как? То есть только через Гуру Сева можно обрести наивысшее благо. Нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. Нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. Будьте осторожны. Нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. И вот сейчас, я думаю, вы пытаетесь понять, каково значение великолепия, значимость ачарья. Ачарья, это гуру, это очень глубокая философия. Вот смотрите, вчера я говорил, но сегодня времени опять мало. И вот в жизни ачарьи я хотел вчера доказать одну шлоку из Шримад-Бхагаватам Махапураны. Я произнес, можете вспомнить. То, что когда Парикшит Махарадж, он наказывал Кали, Кали он плакал и просил, куда же мне пойти? И царь Парикшит сказал, что уходи из моего царства. Кали ответил, куда я не посмотрю, везде твое царство. Куда же мне идти, прости меня, я предаюсь тебе, дай мне какие-то места для жизни. И вот Кали попросил Парикшита, чтобы он выбрал какие-то места, чтобы он там жил и никого не беспокоил. И вот И вот в этих азартные игры, одурманивающие вещества, незаконные отношения с женщинами и в золоте. Вот и в Дживахимсе, в насилии по отношению к живым существам. И вот в этих местах Кали находится. Парикшит дал ему место для жизни в этих местах. И потом Кали сказал, начал молиться, что мало, давай еще какие-то места. Неудобно мне тут жить, давай еще одно место. И тогда Парикшит Махарадж сказал, хорошо. И вот Парикшит Махарадж еще дал ему место в богатстве, в золоте. И когда слишком много богатства, то там Кали появляется, мы не можем избежать. Ложь возникает там. Гордость, вожделение, различные желания могут прийти. Итак, раджагуна может увеличиваться автоматически, получается, не нужно специально призывать. Согласно указанию сына Уттары, Парикшит Махараджа, и вот согласно указанию Парикшита, и вот согласно указанию Парикшит Махараджа, Кали
занял место в этих вышеперечисленных местах. И последнее заключение, которое очень важно, поэтому я говорю об этом, и вот. И вот последнее заключение, и поэтому те, кто действует как ачарьи, те, кто действует как цари, чистые духовные лидеры, они не должны стремиться к наслаждению этими вещами. Это особое указание. Можете ли вы привести единственный пример, если вы хотя бы единственный пример приведете, кто не... И вот как заключение это сказано. Тот, кто действует как гуру, тот, кто такой духовный лидер, как Парикшит Махарадж, что-то говорит неправильно Сиддханту, говорит то, что Парикшит Махарадж совершил ошибку из-за влияния Кали, но это глупая неправильность Сиддханта. Кто-то утверждает, что Парикшит Махарадж, когда он надевал эту корону золотую, и поэтому, вот говорят, когда в лес пошел, потерял свое терпение, и Кали тогда вошел в него и оказал свое влияние. Но как это возможно, если Парикшит Махарадж... Он попал под влияние Кали, а если мы вот скажем, что эти вот эти вышеперечисленные вопросы вайшнавы, они находятся под влиянием Кали, то это оскорбительно по отношению к ним. Ну, кто-то утверждает так. И вот какие-то люди говорят, что как корона дана, была дана Кришне, дана Кришной Юдхиштхир Махараджа, это корона Джарасандхи, но все же Кришна, прикоснувшись к этой короне, она очистилась. И когда Кришна дает это кому-то, то как возможно, что там осквернение еще наблюдается? Поэтому как мы можем ожидать, что Кали может находиться в короне Парикшит Махараджа, чтобы влиять на него и чтобы тот совершил ошибку? И другое оскорбление, которое часто совершается, Шримад Бхагавата Махапурани в нескольких местах говорится, что в гороскопе Парикшит Махараджа, когда Риши Муни, они составляли его гороскоп Парикшит Махараджа, и в Бхагаватам там замечание говорится о Парикшит Махараджа, как о Махабхагавате. И когда тот оставляет тело, то Риши Муни тоже говорят, что это Махабхагавата Раджа, он оставил свое тело. То есть Парикшит Махарадж, он Махабхагавата и саду Гуру Вайшнава, они вот, говорили об этом открыто. И вот Риши Муни не очень разумны были, что вот даже когда Парикшит Махарадж, он был на волоске от смерти, они знали, сейчас совершится подлинная сатсанга, и поэтому они не ушли, а начали ждать, когда же
Паричит Махарадж оставит свое тело. И поэтому все риши муни не пришли на это собрание 60 тысяч мудрецов. We can never pass this kind of wrong conception, wrong siddhanta, that Parikshit Maharaj was influenced by Maya, Kali. I cannot speak. Because we should understand. И поэтому мы не можем говорить, что Парикшит был осквернен Кали. Мы должны знать сиддханту, кто такой Махабхагавата. Я как собака снова и снова повторяю, что если я успешен в том, чтобы утвердить Гуру Татву, Вайшнава Татву, и тогда автоматически я стану успешным, и никто не сможет обмануть вас. И вот если вы хотите утвердить сиддханту о Гуру Вайшнавах и прочем, вы можете продолжать, никто не сможет обмануть вас, но, к сожалению, никто. Очень редко говорят о уровнях преданных, о градации преданных. Но иногда, и вот мы должны знать всю сиддханту, кто такой Канишха Бхакта, Мадхьяма Бхакта и прочие. Сегодня времени мало, но в дальнейшем по вдохновению Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура я должен обсудить все эти вещи. Парикшит Махарадж, был ли он Канишха Адхикари? Нет, вообще. Тот, кто, будучи внутри чрева матери, уже хотел увидеть, что такое бхакти, и он был защищен самим Кришной. И он, Парикшит Махарадж, получил даршан Кришны, будучи в чреве матери, и как можно говорить о нем, что он падшая душа? В Бхагаватам говорится, что он Махабхагавата. So Kanishka Bhakta, I can discuss day by day on these topics. Archaya meva harayya pujan sraddhayate natad bhakti suchan nesu sa bhaktaha prakitaha sritaha. From Bhagavatam 11th canto and discuss. Who is going to worship? И вот кто поклоняется божествам с какой-то верой, но такой не сильной верой в гуру Вайшнавов. И кто такие Мадхьяма Адхикари, кто такой Канишха Адхикари, я объясню более подробно. И вот Мадхьяма Адхикари тот, кто поддерживает баланс. Он дружит с преданными, настоящими преданными, и те, кто и он также проливает свою милость на падших душ, которые интересуются духовной культурой, а те, кто против гуру Вайшнавов, мы должны избегать таких. И вот завтра я более подробно буду говорить об этом. Пашет Бхагават Бхаваматманаха, Бутани Бхагават
Бхагаваттатманеша Бхагаваттама. Сарвабхутеши я пашет Бхагават Бхаван Атмана. Anywhere he is going to look, he is going all. Yesterday I was speaking, no? И вот вчера я говорил о том, что чистый преданный, куда бы он ни смотрел, он везде видит своего Иштадева, поклоняемого Господа Кришну. И таким образом Махабхагаваты могут видеть все, они вездесущие. Inside himself, inside anybody, he is going to see your Ishwara. Bhutani Bhagavati Atmanesha Bhagavatottama. So many. And also, I can explain next day, not today, no time cannot permit. It is written that Vihita Indriya Arthana Jona Destina Rishati Vishpurmaya Midam Pashyan Sa Vai Bhagavatottama. Тот, кто видит везде Бхагават Майю, они спорят друг с другом с Майей. И те, кто принимает вещи, которые как просад в своей жизни, чтобы защитить себя, то таких людей Майя не может задеть. Как кто-то, например, ест сладости, но эти сладости принимает как просад Кришны, и тогда Майя не влияет на такого человека. Как вот эти великие вайшнавы, они не заинтересованы в материальных наслаждениях, но все равно могут как-то по-царски одеваться и жить, но они все принимают как просад. Вишну Майя, она повсюду, она бесконечна, даже когда какой-то Раджа Тамагуни, люди, они спорят друг с другом, если есть чистый сад, он видит и смеется, поскольку он не видит никаких проблем. Он видит просто, как три гуны материальной природы, они сражаются друг с другом, Раджа, Тама, Сатва. Но садва, они очень умиротворены. Те, кто по-настоящему разумны, они не попадают в эти переплетения гун материальной природы. Если Дурьотхан выгнал Видуру, то Видура, вот он сам уходит, и поэтому у чистых преданных, как правило, нет общества, нет места в каком-то обществе, поскольку их выгоняют отовсюду. Они не стремятся к протишье. Дурьотхан, он выгнал Видуру, назвал его Даси Путрой, сыном служанки. Но все же Видура, он не обиделся, не было у него никакой реакции. Он знал, что Дурьотхан — это воплощение Кали, и что хорошего можно ожидать от него. И вот у Видуры не казалось места на Раджа Сабхе. Почему? Поскольку он не поддерживал Дурьотхану. Видура, он давал советы слепому Дхритарашстре: «О, царь, ты должен следовать вот тому и тому, поскольку это вот неправильно то, что ты делаешь».
И Видура всю жизнь он давал такие советы слепому Дхритараштре, но Дхритараштра действительно был слеп сердцем. Внешняя слепота как бы еще пойдет, но внутренняя слепота гораздо хуже. И вот Юдхиштхира Махарадж, точнее, этот слепой Дхритараштра говорил: «Я знаю твои советы очень хороши, но не могу им следовать». Это влияние Майи. И вот Видура давал прекрасные советы ему, что нужно, что он предостерегал его от каких-то неправильных вещей. Но почему Видуру выгнали в итоге с собрания Дурьотханы, поскольку он говорил об абсолютной истине, абсолютным образом находясь на абсолютном уровне. И сейчас также, если какой-то саду говорит об абсолютной истине, то никакое общество его, как правило, потерпеть не может. Они хотят как-то избегать его. If Nityananda Baladev want to preach through me, anyway, without any penny expense, I can preach. Если Нитянанда и Баладев, они захотят проповедовать через меня, то я без копейки денег могу проповедовать по всему миру, хотя можно видеть, какие-то люди проповедуют свои собственные убеждения, а не Сиданту. Если это желание Нитянанды Баларамы, изначальных, великого изначального гуру, если это желание Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, то тогда никто не может, сможет остановить меня. Кто-то, конечно, может попытаться, но что толку, я готов говорить до последнего вздоха. И вот, когда все признаки, симптомы говорят о том, что Парикшит Махарадж никогда не мог разгневаться из-за того, что этот сами Криша не выразил почтение ему. О нем говорится как о Махабхагавате, и как же он мог выразить гнев в он. И вот Парикшит Махарадж пришел попросить воды у этого муни, а тот был в медитации и не заметил его. Но какого Сиданта в этом? О том, что Кали он... И вот, а в чем же Сиданта? В том, что это организовала все йога майя. И по воле йога майя, по вдохновении йога майя, Парикшит Махарадж, он выразил такое, недовольство на какое-то время. И Парикшит Махарадж, он сделал это по воле майя, поскольку если бы Парикшит Махарадж так не сделал, то тогда у нас не было бы возможности услышать о славе Бхагаватам. И Парикшит Махарадж, он совершил ошибку, это как актерская игра, это желание и организовано йога майя, и после этого мы получили возможность слышать Бхагаватам. А кто пригласил Шукадева Госвами, лучшего из Парамахамс? Никто не пригласил его, он по вдохновению Верховного Господа Шукадев Госвами уже пришел в то место. И там мы можем видеть, было большое собрание, и у нас была возможность обсудить все это. И поэтому Кали, это случилось не по воле Кали, а по воле йога майя. И вот, ну, смотрите, когда Парикшит Махарадж вернулся, он сожалел, что никогда в своей жизни
я выражал почтение саду гуру и вайшнавам, а почему сейчас совершил такую ошибку, как это возможно? И по милости Кришны, по милости Господа, если я сейчас получу достойное наказание, тогда я должен быть наказан за такое гнусное поведение, но Верховный Господь, Он сделал так, и что этот сын Самик Муни, он проклял, и это проклятие в течение недели. Это, он проклял Парикшит Махараджа, что в течение, через неделю змей его укусит и убьет. И Парикшит Махарадж обрадовался, что очень хорошо, достойное наказание. И вот все, что сделано в жизни Махабхагаваты, они принимают это как милость Верховного Господа. Я буду дальше говорить об этом, но сейчас время кончилось. Бхакти парешану хаво бирактиранна трачайшоти экокалаха Прападдаманасо ятасанатаха шутушти пусти кхута пайону гасам. I can explain this sloka, not today, next day. So, Sujanarbudarādhito pājogugam yugadharma durandara patruvaram varadāvayadāyaka puyapadam panamāmiśadāpabhupādupadam Пранамами сада Прабхупаду падам, пранамами сада Прабхупаду падам. Ванчакалпа дурбасики басинды бхавача, патитанам павана бхавашнабхья.